сейчас, может быть, конечно, уже можно переходить и на более активные вещи, но... Попробуем сейчас с вами еще что сделать. Перед тем, как поликовать, порадоваться, да? Попробуем сейчас немножко снять с души, может, какую-то тяжесть, какую-то проблему или еще что-то. Поэтому сейчас я вам предлагаю вместе совместно сделать практику Ho'oponopono, которую вы слышали тоже не один раз. И не мешать? Нет, тут у нас это прямой эфир, и можно предложить зрителям прямого эфира, кто это присоединяется. Да, в прямом эфире тоже присоединяйтесь. Сейчас можно сейчас что сделать? Выложить вот свою боль, какую-то свою проблему, может, неразрешенность какую-то внутреннюю, какие-то конфликты внутренние, может быть, конфликты даже внешне с человеком каким-то или с ситуацией сложной жизненной, из которых вы можете выйти, или в которых есть какое-то напряжение, конфликт тоже с людьми. Даже тут для здоровья можно продолжить, потому что человек, который задал эту практику, он, веря его книге, исцелил душевную больную людей, вот, от которых уже отказались. Поэтому сейчас можно прямо в этот огонь, в центр нашего живого сердца, выложить свои проблемы, мы еще будем петь и прям вот посвятить вот эти слова этой проблеме, этой ситуации сложной, чем какова есть. Слова такие: мне очень жаль, прости меня, благодарю тебя, люблю тебя. И вот повторяю эти слова. Я просто сам пробовал в этой сложной ситуации, когда было совсем тяжело, когда начинаешь представлять человека из людей, с которыми ты столкнулся, там еще что-то произошло такое, у тебя нехорошее, начинает все как-то внутри выравниваться. Поэтому мы сейчас под музыку с вами попоем. Thank you.
себя шире сказать, ну, шире такой универсальный Бог, Божество, как называется, он Гусов. Бог, который хочет примировать двух миров, верхних, нижних и средних, то есть Бог аскета, Бог танца, Бог медитации. Бог именно, как говорят, есть путь левой руки и правой руки, темный ворот, светлый ворот, именно такой вот есть поверь. Бог обоих путей Шива. Вот, потому что светлые боги — это обычно правая рука, свет, слава, прославление, правильность, такое же левой руки путь. Это путь отречения, отсечения, это хоры, все слышали хоры, такие, которые учились. Мужчины плоти, обрубаны, то есть такой короткий, но жесткий путь. Поэтому мы сейчас будем петь этому божеству, призывать Шиву. Слава престарелому Шива. Шива, Шива, Шива. Все война, но все просто очень. Зазывной башен тоже. Перейдем к динамике.
классика. Мелодия тибетских монахов. Я что решил сохранить. Потому что мне наверняка что-то есть, эта мелодия не изначально придумали, поэтому учиться. А в этой мелодии пропою мантру Ом Мани Падме Хум. Перевод ее Ом Мани Падме Хум. Перевод ее я пребываю в лотосе своего сердца. Я пребываю в лотосе своего сердца. Мантра как медитация, когда человек погружается в свое сердце, и вот из цветочки поет ее там. Все на ней вход оттуда.
дело немножко иного, так сказать, пласта вселенной, духовной, религиозной. Сейчас поем зикр, самый скидик. Он был динамичный очень. Сикры практикуют давно, и они очень популярны в суфийском движении. Практика зикров есть парадоксальная, в Чечне, и на Кавказе очень часто зикры. Мы сейчас будем петь самые популярные, самые такие известные и практикующиеся везде зикр всех мусульман. «Ля Иллаха Илля Аллах». Вы знаете. Часто это делают с дыханием суфии, чтобы войти в это состояние контакта, состояние фарии божественной. Поэтому будет очень долго и идет шеи. Может быть, вы видели в интернете, как это проходит практика очень интересная у суфии, когда я впадаю в такой экстаз, интересно. Ну, такой экстаз, наверное, с фильмом просто, это очень долго, да. А ты его знаешь, ну, пойдем. Поэтому при дыхании можно вот такой зикр практикуется. Аллах! Аллах! Вдох! Аллах! 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 Если это делать под музыку, так ударно, а есть один эффект. Проверим на себе и на людях, что есть такое начинание. Как состояние входить. Поэтому мы сейчас начнем с баджана и перейдем к зикр. То есть послушаем баджан динамичный, мы перейдем к зикр. И потом хум, хум, хум. Подышим еще так в конце. Вначале я спою салаваты, зазывающие. Я пою все так. Алиса Динамадин, Салималаха, Салималаха, Алиса Динамадин. Да, да, да. Thank you.
личный аспект Шивы. В этом случае у Шивы там давай такой прям. Удар вам, конечно, не умер. Thank you.
Дальше мы пойдем. Thank you.
Дыхание
есть номера. Всему миру.
Yeah.
из Горбона, Барыши, Татьяна Матвеевна. Ссылка гитара.